Вот это сегодня будет пир у рыбёх со вкусом клубники. Сейчас батя всех накормит. Добавим им сосисончики, только живые, которые двигаются. Ну, типа такие. Под соусом а-ля аха. О. Бубенчики на месте. Не тол. Ой. Поклевка была. Делаем том-ям. Вторая пошла. Рыбалка рыбалкой, а обед по расписанию. Вот, все говорят, батя похудел. Конечно, похудеешь тут. Такая диета, если. Че ты не убегаешь, а? Вообще пофиг. Сейчас на сама пойдешь. Пошла. Хотел я рыбу поймать, не поймал ядрёна мать. Вот они, бедолаги. И форелька. Выбирай, не хочу. Нет, устрицы Маша нам не поверит. А тут и готовить не надо. Давай выберем что-нибудь-то. Манга! Встречай! Рыбаки приехали! Где ж вы такую рыбу нашли? Натуральная, слушай. Речка меньше, чем рыбка. На что мы его ловили, помнишь? Ага, на рубли. На рубли, точно. Сейчас батя всех накормит. Все, что лишнее, зачищаем. Готово. Чешую чистить не буду. Красота. Пополам. Маша, я не сильно же. Ну, я так чисто, знаешь, так чисто, чтоб было, порезался. С рыбалки приехал. Я рыбу принес. В магазин ты добытчик. Приехал. Какой магазин? Ты что, оскорбляешь рыбака? Теперь можем посолить, поперчить. Паприка копченая, если ветер позволит. И масло оливковое. Рыбу привезли. Я думал, сейчас два тазика выйдет. Ай, горе рыбаки. Ладно, убираем в сторону, пока пусть маринуется. Все, в коморке оставлю. Ты что мне тут бардак не снимаешь? Лето, 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 мчишься как ракета. Что же так недолго бродишь по планете? Пашка, не заслужили рыбки черви? Давай ты доедай. Да что ж такое-то? Да ну тебя в баню. Аховка у нас на нуле. Поэтому набираем. Методом ахи. Так как бочка у нас уже давно пашет, я самогоночку немножко настоял. На дубовых щепках. Мань, ты что там трёшь? Тебя видно. Слушай, сквозь самогон красавица. Давай, наклоняй. Давай, 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 давай. О, вот молодец.
Надо все прям туда. Нельзя оставлять. Да ладно, если что, выпьем, да? Кто там идет? Кто там идет на помощь? Кто это? Волкодавушка, да? Че, помогать будешь? Чего такое? Тебе нельзя такую. Иди отсюда. Видишь, Пашка уже подсел. Пашка! Опять нажрался. А чего? Имею право! У меня праздник! Ну вот, до Нового года получится настоящий мед. Если хотите, чтобы Аха к вам приехал в гости, заходите в мой ВК-канал «Аха готовит». Ссылку я оставлю в описании. Там есть пост, где я готовлю эти карпаччо. И в комментариях просто пишите свой город, и Аха к вам приедет. Буду сейчас все это дело упаковывать. Вот так. Можно сюда вторую. Прям вот так. И, как и говорил, подписчикам в гости приедем и угостим. Вот она. Ты дурачок, что ли? Ты что творишь? Надо все это точить. Погнали! Для начала масло сливочное. Растапливаем. Что же мы без лучка бы сделали? Ничего. Да, добавляем. Морковку Кумаша только на зиму сделала. Бекончика сейчас тоже туда добавим, чтобы было вкусненько. Булгур я промыл хорошенечко. Добавляем тоже. Обжариваем. То можно немножко оливково. Сейчас, когда появится запах попкорна, надо будет добавить воду. Чесночку обязательно надсолить, поперчить и добавляем кипятка. Ах, аромат какой пошел. Пусть готовится. Пупырь. Вот он, настоящий охотник. Кого опять припёр? Том и Джерри. Ты долго будешь здесь муша караулить? Смотри, что я тебе предлагаю. Видишь? Толстолобик в собственном соку. Давай, ешь. Ты куда лезешь, Гера? Фу! Гера. Сразу сказала бы, что хочешь толстолобика. Ешь давай, на. У тебя вкусно? Так, что у нас тут получается? Шикардос у нас тут получается. Да? Ой, какая красота. Делаем такую горочку и опять ненадолго накрываем. Все, булгур готов.
пока он у нас отдыхает, нанизываем нашу рыбку. Вот так. Он спрашивает, говорит, вот это вот, что у вас давно лежит? Я говорю, ты рядом, рядом с Машей-то не говори. А то она ж все слышит. Уже люди замечают, что... Ну я же сделаю. Я же не говорю, что не сделаю, правильно? Одно дело, когда ты говоришь, я не сделаю. Я же сделаю. Пора жарить. Готовлю это блюдо, чтобы дошло до Голливуда. Эту песню надо посолить. Это блюдо надо поперчить. Ну чё, рыбка-то у нас готова? И лимончика обязательно, конечно. Красота. Тебе сколько булгура? Положено? Как положено? Всем приятного аппетита. Ну что, батя может? Лето, учишься как ракета. Что же так недолго бродишь по планете?